Hey there! Footages for this video were provided by our friends from the Pletshead Slavyansk channel. These guys are looking for the soldiers who died during the World War II. Find the link to their channel in the description below. И у нас вот, по всей видимости, вот каска советская. И, скорее всего, с головою. Ну да, да, вон там что-то жесткое, по-моему, внутри. Ну, наверное, с головой. Вот там нога, ботинков да. Нету? Есть, есть. Вон там очки, остатки от ботинок. Ага. Частично выпахало, возможно, один, а может и более. Дошли тут. Там каска виднеется. Таз, каска. Опа. Осколки идут и ножки согнутые. Вот так вот. Здесь у нас оказался один боец, переломанный пополам. У него, можно сказать, отделено нижняя часть тела. Копчик перевернутый, таз полностью перевернуло, разорвало. Возможно, держался только на фрагментах одежды и сухожилиях, плюс мышцы, кожа. И вот перевернуло вверх ногами тело и забросило в такое положение. Боец находится в воронке. Огромное количество осколков. Видимо, авиационная бомба была. Ремень отсутствует. Разбитая каска. Частично ее выпахала, вот кусок. И разбитая черепная коробка. Нижняя челюсть тоже переломана. Фрагменты одежды теплой, видимо, фрагменты шинели. Также шинельная пуговица, более-менее, которая еще сохранилась. Что те, которые доставали, они, конечно, в удручающем состоянии были. Пуговицы с погон были. И два патрона к автомату системы ППШ. Вот. Все, больше личных вещей нету. Имеется только ботинок один. Получается, левой ноги. Второй, скорее всего, выпахало. Вот, в принципе, пока есть все. Сейчас будем фиксировать и изымать останки на выкладку. Что там? Лопаточка, да? Саперка. Ага. Потом вот котелок. Котел. Это что, у него рюкзак, что ли, на спине? Скорее всего, был рюкзак. Угу. Котел. Вот, и кружечка просматривается. О, зеленая, да, в котле? Да, да, вот. Ага, все, отлично. Вижу. Ясно. Солдатский набор. Да. Вот, уже зачистили бойца. И все, вот все, что при нем имеется. Видно, что у солдатика разбита черепная коробка. У него имеются интересные предметы. Сейчас мы залезем в окоп и попробуем вам показать все более близко, чтобы вам всем было понятно, что здесь было у бойца. Итак, начнем с головы. Черепная коробка очень сильно повреждена, разбита полностью. Также имеется у него, мы показывали, колпачки, вот они лежат. Колпачки — это к прицелу снайперской винтовки, антипыльные. Это защита на прицелы ПО-1, такие вот были. И отстрел немецкий. Видно, в немецком окопе боец находится. Далее. Где-то здесь лежал где-то фрагменты пуговиц были с гимнастерки и одна пуговица с шинели. Наши предположения, что этот боец погиб февраль-март 43-го года. Так, продолжим дальше. У бойца имеется котелок круглый, далее кружка солдатская, патроны к винтовке системы Мосина, пуговицы с немецкой сухарной сумки, как мы предполагаем. Сами все видите, это подсумки Манлихер. Вот они. Часто использовались также в Красной Армии период 42-го, 43-х годах и 41-м. Они были взяты со складов и, соответственно, уже были выданы
в боевом порядке солдатам вместе с БК и ранними царскими лопатами. Также бывают попадаются медные котелки. Далее в кармане у солдата есть граната системы F1 с детонатором. Так, развернемся в сторону чуть-чуть, потому что тут очень неудобно. Диски разбитые. Точнее, диск один напополам разбитый, расколотый. Ну, в принципе, пока мест предметов больше у бойца не обнаружено. Ой, надеялись на документы, либо на лоз, но, увы. В 43-м году практически у солдат этих лозов практически не было. Рассматриваем предметы. Это вот подсумки на манлихер. Манлихеровские подсумочки. Подрастворенные малеха, конечно. Вот такие вот тоже применялись часто в рядах РКК со складов уже трофейных. О, бля. А также шили уже на заклепке были. МСЛ-35 в немецком чехле. Вот он. Использовали также немецкие чехлы лопат. Вот свои, в принципе, она подходит. Только она не разборная. Вот так вот. Кружечка. И, видимо, патронов там насыпано. Вон, целая куча. Опа. Ага, в бумаге. В пачках были патроны. Кружка. Что там за матюки? ЛМЗ. Ага, ЛМЗ и какой-то еще там герб, да? Изображен, непонятно. Ну, вот, имени. Что, что? Там что-то им. Ага, имени кого-то там. Такая кружечка с серпом и молотом. Раскис немножко. Давай. Опа. Ну все, пока ничего такого нет, будем по ходу показывать. Четыре бойца Красной Армии. Как они лежат в раскопе. Очень сильно имеют большие повреждения. Разбитые, можно сказать, вообще в хлам. Видимо, стягивали уже разорванных. Даже головы отдельно лежат. Рваные солдаты. Мы зачистили на сколько это только было возможно, потому что многие части тела отделимы. Находились сверху, чуть-чуть в стороне. В принципе, был ремень. На поясе имелся штык-нож к винтовке СВТ-38-40. Далее ремень. Далее вот такой вот портсигарчик, ножичек, зажигалочки. Вот такие вот. Мы ранее показывали, вот тоже зажигалка с надписью «Париж». Вот так вот. И перочинный ножичек. Жаль, что, конечно, без надписей. Ремень, на котором висела лопатка. Вот она, МСЛ-40. Далее граната РГД-33. К ней два детонатора и две гранаты F1 с детонаторами Ковешникова. Вот они. Что, ребят, вот так вот выглядит война. Не дай бог нашим детям и внукам пройти через этот ужас.